Украинский производитель фильтров для воды «Роса» представляет. Качественная очистка воды в домашних условиях стала еще доступнее. Картридж «Роса 501 ореховый», предназначенный для бытовых фильтров кувшинов, содержит произведенный в Украине высококачественный активированный уголь, изготовленный из скорлупы грецкого ореха. Такой уголь по абсорбционным свойствам не только не уступает кокосовому, но и превышает его. Основным преимуществом нашего угля является экологически чистое сырье и термический паровой способ активации, в отличие от импортного термохимического. Кроме того, использование отечественного сырья позволило значительно снизить стоимость нашего продукта. Рекомендуемая цена на картридж «Роса 501 ореховый» составляет всего 25 гривен. «Роса 501. Попробуйте ореховый». Узнайте больше о картриджах «Роса» и современных системах фильтрации на сайте rosa1.com.